Главное шоу на матче «Крыльев Советов и Рубинов» состоялось не на поле, а на трибунах. Фанаты обеих команд подрались в средневековом стиле, стенка на стенку. Подогревала страсти нецензурная брань. Во время инцидента произошло и еще одно ЧП. Скончался один из волонтеров. Когда причину смерти установит экспертиза, может быть заведено уголовное дело. А пока 7 участников потасовки привлечены к административной ответственности. Спецкомиссия премьер-лиги разбирается в случившемся. Клубы «Крылья Советов и Рубин» ждут штрафные санкции. А вот футболисты противоборствующих команд разошлись миром. Матч «Крылья Советов Рубин» закончился в ничью 0-0. Этот результат позволил самарской команде подняться на одну строчку вверх по турнирной таблице. И теперь они седьмые. Рубин скатился с 9 на 12 место. Есть момент у нас. Но это самое главное, что есть момент и голы придут. Яркая игра, да, всем очень важны очки. Таблица очень плотная, и каждое очко это очень важно. 2-3 момента было на концу. Тимофеев попал перед кладину. Не было удачи. Думаю, очко хорошо. Что говорит Юрий Палич? Забрали очко — это шаг вперед. Очередной матч в премьер-лиге «Крылья Советов» проведут в субботу, 9 ноября. Соперник – московский «Спартак». Игра пройдет на выезде, как и следующая с ЦСКА. На зимние каникулы «Крылышки» уйдут в начале декабря, до этого сыграв 2 домашних матча – 30 ноября с Уфой и 8 декабря с Уралом из Екатеринбурга. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.